здравствуйте, друзья. Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quice. Продолжаю рассказывать про стоимость недвижимости в Омаха. Сейчас покажу еще один домик и подробно расскажу про его условия покупки. Вот такой вот домик с парковочным местом на одну машинку. Впереди есть, конечно, парковочка на две машины. Вот. Сейчас посмотрим, что у нас внутри. Люб, привет, ты тут? Отлично. Ламинатик, смотрю. Так, здесь у нас что? Ага, вход сюда. Получается, сразу же есть ванная у нас. Первая у нас спаленка маленькая такая. Детская, что ли, со шкафчиком даже, вот. Так, что у нас? Сама ванная. Ну, такой бюджетный вариант дизайна. Стеклышко чистенько. Шкафчик даже есть, о, для всякого разного хлама. Вот. Так, это климат-контроль у нас. Еще один шкафчик здесь. Вполне вероятно, что для всякого шансового инструмента. Еще одна спаленка. Ага, тут еще даже ванна есть, еще одна. О. Да. Вот это, скорее всего, мастер-бедрум, потому что она больше по размеру. Странно вообще. Пространство большое, можно было здесь и полноценную ванну поставить, а не душевой уголок. Вот такая кабинка здесь. Думаю, имел бы смысл здесь такой рестайлинг сделать и поставить нормальную джакузи. Хорошую такую. Плитка, что ли, да? Плиточка, да. Ничего так сделано. На полу тоже вот такая плитка под камень. Да, это мастер-бедрум получается. Вторая. Шкаф, конечно, такой слабенький. Наверное, здесь были двери. Вот сюда имел бы смысл, конечно, поставить дверцы такие зеркальные. И объемчик бы увеличился, и вообще. И здесь еще кладовочка вторая. Вот тут непонятно. А, понятно. Это, скорее всего, потолок спуска вниз. Так. Кухня, барная стойка, это не гранит, это просто ламинат, да, но кухня производит такое свеженькое впечатление, кухня производит свежее впечатление. Это новый шкаф. Новый, да, я вижу, не заюзанный, без царапинок, видимо. Нет, там внутри-то видно. Там ну, да, я вижу вообще, то есть... Плита сама по себе видно, что использованная, а вот микроволновочка относительно свежая, смотрю. Они все использованы, все более-менее новые. Ну да, холодильничек Whirlpool. Большой, кстати, холодильник, да. Сколько за него хотят они? Ну вот она хочет, у нее займ на 120 тысяч. Так. Это выход на бэк-ярд у нас, да? Прикольно. Террасочка. Здесь, если все сделать по уму, то можно сделать очень прикольное патио. Очень прикольное патио можно сделать и придумать какое-нибудь решение дизайнерское, чтобы в непогоду здесь сидеть. Если вдруг. Кстати говоря, летом был бы такой тентик здесь придумать. Это вон соседи, а сам участок у нас вот. Там у людей аж вон такой серьезный мангал сделан даже. О.
Участочек сам сзади маленький. Сараюшка какая-то он там предусмотрена для какого-то хлама. Здесь вот непонятно что-то. То ли было, то ли планировали что-то сделать. Огородили здесь. Непонятно, что это был за круг такой. Для ритуальных там жертвоприношений. Вот. Дерево. Здесь дом, конечно, побольше будет вот у соседей. Ну, в общем и целом, вот такие вот, вот здесь соседи проживают. То есть не сказать, что богатый райончик, но такой середнячок. Середнячок. Кондиционер стоит. Да, веранда производит очень хорошее впечатление. Очень хорошее впечатление производит веранда. А здесь у нас вход в гараж. Закрыть, сейчас я войду. Гараж на одну машину. Здесь даже можно организовать какой-то бизнес даже. Вот. Полочки тут уже начали ставить. Видимо, хотели чего-то сделать, но не доделали. Ну, прохладно здесь в гараже. Ее, конечно, здесь надо по-хорошему утеплять или тепловую пушку какую ставить. Вот. С автоматическим приводом дверь у них. Гейт вот этот с приводом. Вот. Пол бетон, но, видимо, уже делали здесь ремонт. Смотрю, здесь трещинки в этом бетоне есть. А, это просто ойл от машины. Слушай, ну по-хорошему, вообще, в принципе же, тут не возбраняется, если вдруг делать гараж под себя, выдолбить здесь яму и покрытие делать, грубо говоря, из решеток, из таких технологических, а внизу сделать углубление, если вдруг хочется покопаться с машинкой и сделать себе. Не знаю. Обычно они тебе напишут в твоем файнансе, что ты не можешь делать никаких major improvements без их согласия. Ну, понятно, дед, ну financial, если она говорит на финансировании, 120 она хочет, да, за него? Она хочет 120, но и да, и она хочет какой-то большой даун. Если бы у тебя не было, чтобы у тебя не было такой идеи, что как бы в нем пожить, а потом выиграть. Ну это да, понятное дело. Разумное желание. То мы спускаемся вниз. Цокольный этаж, так называемый basement. Здесь, так понимаю, еще одна комната. Ну, о, как хорошо. А, еще один туалет. Во как. Даже с душевым уголком. То есть получается здесь еще одна комната. То есть нижний уровень практически ты можешь было бы сделать даже самостоятельную квартиру. Вообще. Самостоятельную квартиру. Здесь стоит хитер. Или какие-то здесь технологические. Нет, просто технологические. Технологическая ниша. Не, просто не заделана, не закрыта. То есть вот комната получается. И спальня. Вот, то есть две комнаты получаются. То есть можно было там, наверное, кухню даже организовать. О, во, отлично. И будет свет, сказал монтёр. Ну, это здесь чисто для хранения. Здесь можно сторож такой сделать. Да, это хранение. Тут, кстати, они в хорошем состоянии. Сторож сделать, да. В хорошем состоянии. Это бойлер, смотрю. Не ржавый никакой. Прям все хорошо у них. Это отопление, я так понимаю, воздушка у них, да? Газовоздушное отопление, вентиляционная подача. Да, да, да. Угу. Твое мнение по состоянию нормально, да, это? Вот визуально чисто, без инспекции, да. Ну, он не новый. Вот мне не нравится, что здесь нет этого слива. Какой слив должен быть? Здесь замалован слив. Потому что от кондиционера идет такая вода постоянная. Дренаж ты имеешь в виду кондиционерный? Да. А, то есть она вот сюда идет. Есть, да? Да, вот сюда. На улицу, наверное, да? Вот он идет. Нет, сюда. А сюда сливается? То есть как-то с матеком, что ли, ты имеешь в виду? Ну, ты можешь, в принципе, удлинить эту трубу. Я не знаю, как они сливали. Можно ее спросить. Ну, нет, она, видишь, закручена. Она у них, видно, лежала сюда. То есть они не стали делать постоянку, они сделали такую? Они не делают постоянку. Почему? Ну, обычно дрейн где-нибудь. То есть это вот... слив, он где-нибудь здесь рядом, вот здесь, например. А почему, кто мешает сделать желобок в полу и сделать постоянку? Рук не хватает, что ли?
денег не хватает. Что, а кувалды поработать пару часиков? Ну, что, это как-то... ты сам будешь. Я понял. Ну, короче, рук не хватает, как обычно, американская. И выход, я так понимаю, самостоятельный отсюда есть. В принципе, неплохо сделано, я считаю. Выход здесь, смотрю, свой здесь. Так, как он здесь? От... Это как его? Двор хороший. О, открылся. Ура! Двор хороший. Сим-сим, откройся. Вот это плохо. Собачек я не люблю. Я пока там специалист. Да, а если... А собачки, когда, ну это же, видишь, немецкая овчарка, она к тебе, когда к вам привыкнет, она уже... Если что, с котами въеду. Она не будет капкать. Ну, коты не должны собачкой бежать, потому что котам будет хуже. Неправильная формулировка вопроса. У кого юрист круче, тому и хуже будет. Я не думаю, что ей хотят обязательно. Я узнаю. Котик зайдет на чужую территорию, то... Если на чужую, да, если овчарка будет... Его кота Харри сможет устраивать. Ты меня пугаешь, дорогая. Вот вселюсь, я тебя засужу. Вот ты видишь, у нее уши прижимает, значит, она не дружелюбная. Да, недружелюбная. Недружелюбно уши прижимается. Понятно. Ты же собака, она такая... Какая-то... Не факт, что она перестанет. Да. Это плохо. Будем выносить судебное решение по собаке. Да, Бобик, ты не знаешь, что по тебе будет выноситься судебное решение. Она такая трусливая. Будешь мешать мне спать, пущу по миру тебя. Удивительно, как можно испортить такую хорошую породу. В смысле, чем испортить? Ну, видно, она ведь у нас поджатая. Трусливая, да. Уши поджатая, она трусливая, но гавкая. Самый плохой такой признак Да, большой получается цокольный этаж. Он фактически по размеру дублирует верхний этаж, да, я так понимаю? Ну, естественно. Сколько получается всего метража в этом замечательном помещении, здании в этом? Ну, так на взгляд, наверное, 1400. 1400, да? Да, я, честно говоря, не напечатала, потому что... То есть получается у нас внизу полноценная одна спальня, две спальни наверху, да? Есть клозет? Есть, 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 я не видел. Там и ванная, душевой уголок, и клозет есть. А. Там все есть, то есть полноценная спальня получается. Может быть, двери нет.